Так, что тут у нас? Крокодил. Так, я пока не понял, это что за герой такой? Па-па-па-па-пам. А это... Это Ice Frog был! Жесть! Блин, почему-то я... Я думал о героях. Ладно. А, ну это понятно кто. Это легко. Вот такие вот у нас произведения искусства на стримах. Про крокодилу по доте. Надо будет все-таки не расширить словарь. 300 слов пока маловато. Надо где-то до 500 добить, я считаю. О, я рисую скоро. Через одного. Армейстер, кстати, за счет Рейзера нормально так сейчас набил себе очков. Так, взял. Ноль. Ласка-фласка, да, была. Так, ну что мне тут за слова попадутся? Ладно, пусть будет... Это, ну, легкая. Типа, я не знаю, как я там мог бы еще типа показать movement speed, но буквы писать нельзя. Просто какие-нибудь, если бы я начал бы всякие волны нарисовать, люди бы реально бы начали думать, что это Ethereal. Ой, это опасный. Над ним полоска. А, я понял. А, хорош. Ну да, типа крипы, над ним восклицательные и вопросительные знаки. Это знаки Диная. Легко. У нас дальше. Ну давайте, что-нибудь сложненькое хочу увидеть. Не, вообще сложненькое хотел бы нарисовать, но, блин, у меня была Яша, а второй у меня был Пак. Ну хотя надо было Пака взять, потому что сегодня Пака один чувак так нарисовал, что вообще пипец. А это все, типа, да? Ясно. Чё, и кто-то еще угадал? Это, блин, бред какой-то, я хз. Я отменяю. Ну, типа, там ничего не происходило вообще. Чел не рисовал. Кто-то что-то там рандомно угадал. Я, кажется, знаю, что это было. Это был Рики. О, это было уже. Чё? А. Что? Что это? А-а-а.
Я понял, кто это. Боже мой, как ты его нарисовал. Ну, типа Сент Кинг, он там, типа, кастует этот пески. Мне понравилось, как он рисовал его снизу вверх. Это как будто мужик какой-то жопой кверху валялся. Блин. Просили же без букв, пацаны, ну типа так неинтересно. Нет, СК пока не входит в список рофлов к зубру и голему. Там прям... Голем — это вообще пипец. Было загадано слово... А, да, было загадано слово голем, и чувак нарисовал голема. Ну, на самом деле уродство какое-то. Рядом с ним нарисовал андроида, блин. Логотип андроид. Как будто... Андроид в этом году выпускает новую версию андроида голем. А зубр был, чувак зубы нарисовал. И типа показывает на них стрелочкой. И нужно было угадать, что это зубр, а не зубы. Офигеть. Это было лихо. Так, Вилл опять претендует на первое место. Сейчас будет рисовать. Не дай бог, опять много людей угадает. Ну, я понял, кто это, кажется. А, нет. Я думал, что это Лина. Уч. Я понял. Нифига, как он завернул! Нифига! Без букв. Вы офигеете. Я понял, при чем тут пудж, при чем тут вот эта фигня. Да, он не кудрявый. Хотя... Потому что кудрявый. А я уже забыл. Это Дэнди, потому что типа у пуджа есть сет, где у него сзади маленький дэндик такой висит. Ну и плюс Дэнди, Пудж, типа одно целое, ба-ба-ба. Клоуна бы... Да, написал бы, я зачастую выигрываю. Это не мои слова, ты что, он клоун, это... Тата. Тата. Я нифига не понимаю, что это такое. Ну это же реально Акс. И не Марс. А, понял. Нифига, чувак, как решил эту фигню показать. Сейчас я объясню зрителям, типа, в чем прикол. В общем, Таунт, помимо того, что это насмешка, это еще и агр. Ну, провокация. Потому что в том же Хардстоуне вы знаете, что эти юниты, которые с провокацией, они называются таунтами. Тут то же самое. У Акса есть скилл первый агр, и это типа таунт. Поэтому... Понятно, что первоначально это слово задумывалось не для этого. Что это такое? Понял. Офигеть. Вот это произведение искусства, я вам скажу. Зря ты стрелочку навел, написал итем. Сейчас люди будут гадать итемы, а не героя. Потому что это морфлинг. Зачем ты написал, что это итем? Что типа у него в руках итем? Зря, только сбил с толку. Ландшафты для дота, да, я скоро обновлю.
какой розыгрыш. Если крупный, то он завтра. Это я понял тоже, что это такое. Нет, это не оно. Лол. О, это лол. Такое огромное. И... угадал. Тут лучше иметь под рукой Google, чтобы угадать. Шэдоуфинд, ну очень похож, честно говоря. Очень похож на Шэдоуфинда, я согласен с вами, господа. Хотя люди часто, я замечал, рисуют не тем цветом. И можно, да, предположить, что... вдруг это просто SF, нарисованный синей краской. Но нет, это аппарат. Что такое? Я понял. Пираты Карибского моря нервно курят в сторонке. 2К. Если я буду рисовать, пишет Хурикейн, то пиздец. Не-не-не. Это я в дотку пойду. Что это такое? Чел сдался. Так. Это такое. А, уже ж был он, да, точно. А! Я понял. Поздно среагировал, как-то я. Ну вот, видите, опять же, типа синим рисует. Он же. Хотя, у него там есть синий цвет, да. Просто бы написал бы крип, и все бы сразу бы написали в ответ антимаг. Но так как писать буквы нельзя. Так, это что такое? Понял. Неплохо, неплохо. Вот, кстати, так я еще не видел, чтобы рисовали эту фигню. Некрономикон, он нарисовал крипов, которые из него самонятся. И саму книжку. Только почему-то на книжке ничего не написал, ну ладно. Это выглядело просто как пластина какая-то. Легко. Понимаешь же, что если на русский перевести, то будут всякие слова, где люди будут по... вот типа Shadow Blade, вот типа как мне его написать? ШБ просто русскими буквами сократить. Его ладно, можно. Radiance. Я напишу Radiance. А люди будут пытаться писать Radiance. И так...
там через кратки или еще что-то. И это просто Радик там. Ну хорошо, я говорю, Радик, можно, окей, но не все предметы так можно удобно сократить. Что это такое? А, понял. Вот, вот так нормально рисовать. А не то, что в прошлой игре челик нарисовал. Это же вообще был пипец какой-то. Ну, если это БКБ было, что непонятного? Изи понятно, что это БКБ, вы чё? У тебя был полный отстой. В школе рисование скипали. Ох, сейчас он высоко взлетит. Сейчас, думаю, все отгадают, что это такое. Пока вижу двух, кто не угадал. Раз, два, три, четыре. Сатана. Кто-то реально писал сатаник там и так далее. Понял. А почему мне не подошло? Офигеть, ладно. Я думаю, почему мне не подошло. Сначала, чувак просто сначала не ту сферу нарисовал. Чел сначала квас нарисовал. Я думаю, блин, почему мне не приняло квас? А это было, оказывается, векс. Синий квас. Фиолетовый векс. Дальтоник, сори. Джуз. Сам Джуз пришел играть. Нифига, он прямо молится. Он типа держит в руках какую-то шмотку и молится прям ей. Десять тысяч. Еще 10 000. У него из головы торчит зеленый батон или что это такое? Что это вообще? Я нихера не понимаю. А, боже мой, я угадал! Охереть! Пусть он объяснит мне зеленые батоны, вот эту молитву, 10 тысяч, челика этого. Это был Артас, типа Папич, ну вы поняли, да? Ну, типа, Папич тоже неправильно в каком-то плане писать, потому что у него, типа, ник-то на... Твиче, где он забанен? Ахаха! Так, Артас, так. Да.
угадал я. Рисовал бы Твичу бан. И все бы начали писать Мэдисон. Хотя непонятно, при чем тут Мэдисон, да, и Дота. Ж Дота пак. Розыгрыш был, здорово. Только с работы. Присаживайся. Правда, скоро в доту пойдем уже. Так, а что это такое? Я пока писал чуваку. Что-то вниз. Под землю что-то там. Что? А, это визаж, я понял, ага, угу, да, ну вы поняли, да? Это типа птички визажа были и сам визаж. О боже, блядь, ладно. Изи. Изи победка. Вот так вот нафиг. Налегке нарисовал. Реплей. Так что, уважаемые зрители с YouTube, обязательно заходите на стримы. Я часто играю в эту тему и буду увеличивать пак. Так что присоединяйтесь к нам обязательно.